Сегодня ты узнаешь, кто такой Йети и с чем его едят. Все тут? Ну, то есть, все приперлись сюда, там это, голос подайте там, сейчас я вас запишу. А? Да-да, я тут. Путешественник имеется. Я тут. Будем снимать видос. А, уже снимаем, да? Бум! Всем привет! Это у меня первое видео в таком формате. Окей, погнали. В первый раз этого волосатого чулодого миловека заметили в 1921 году, то есть 100 годиков назад. Экспедиция на Эверест услышала крики за холмом. Надеюсь, под холмом они не имели в виду сам Эверест. Ну так вот, они пошли смотреть, что там происходит, откуда крики и кто их издавал. И они не нашли ничего, кроме больших следов. Ну, человеческих, но только побольше. Тому, кто их оставил, дали имя Снежный Человек. И на этом история, бум, заканчивается. Этого нам мало, нужна еще парочка историй. На Эвересте Эрик Шиптон сфотографировал в снегу следы. Они были 31 на 16 сантиметров. И бум, у нас 30-сантиметровая линейка. То есть 31 сантиметр это вот чуток больше этой линейки. Моя нога 25 сантиметров. Там на 16, а у меня 8. О, блин. Вот еще одна история. В Дагестане поймали волосатого гиганта и подумали, что это какой-то диверсант в шкуре медведя. И на всякий случай его расстреляли. Куда делось его тело после этого, неизвестно. И на этом история окончилась. Говорят, что когда снежный человек находится рядом, все животные начинают паниковать и убегать. И, видимо, они боятся снежного человека. И, кстати, в разных странах его называют по-разному. В Тибете – Йети. В Тибете – Йети. В принципе, логично. А American Boys называют его Bigfoot. Хорошо, что еще не Bigfood. Большая еда. Но она же большая. Ну ладно, если бы они так его назвали, то тут бы не обошлось без Макдоналдса. Где-то дикий человек... Бродячий чукча. Бродячий инопришеленец. Кстати, это не просто из пальца высосано, потому что некоторые люди и правда думают, то, что это инопланетянин. Он не оставляет следов. В смысле, биологический там, кал или волос. Ну, конечно, волосы он оставлял, но, как бы вы понимаете, логично, что произойдет дальше. Один чувак нашел несколько экземпляров волос и дал на проверку в исследовательский центр. Примерно так все выглядело. Эй, здорово, братан, чё, как это самое, нормально, да? Я вот, короче, волос Йети принес. Можешь это подтвердить, по правде, неправда? На. Здрасте, здрасте. Это лошадь. Да как это лошадь? Блин, сейчас второй. Может этот? Ну, ладно. Это енот. Енот? Это тот, который с лапками вот такой, типа, угарный-то, да? Да, понятно. Чёрт. Ну, просто у меня есть тут еще один. Вот он. Вот он. Очень сильно похож на йетский волос. Вот, просто... Мы в тебя верим, на. Да-да, хорошо. Так, хмм. Этот волос принадлежит вымершему 40 тысяч лет назад одному из видов белого медведя. О, господи, еще и медведь, да. Говно собачье, блядь, блин, ненавижу просто.
Есть похожая история. Дмитрий Комаров, тот, который не комар, а тот, который журналист и путешественник, пришел в монастырь, в котором лежал Скальпьети. Ну, по крайней мере, так написано на дощечке перед этими волосами. Ну, так вот, Дмитрий забрал несколько экземпляров волос. Вот так прям пришел и забрал. И я журналист и путешественник Дмитрий Комаров. Здрасте, это случайно не монастырь непальского селения Кчумджунг? О, прекрасно, я это забираю и восвояси. И пошел прямиком в израильскую лабораторию для экспертизы. Потом там произошел примерно такой случай. О, мистер доктор, я тут, короче, украл... Я позаимствовал волосы Йети. Так, где там они? Вот они. Ебой, вот они. Короче, что я хочу сказать? Вот, типа, можете их, типа, проверить, это, типа, ну, настоящие волосы или нет? Типа, ядрить. Вдруг это настоящие, потому что там говорили, типа, то, что это настоящие, вот. Там, где я одолжил, вот, короче, натя. Блин, зачем вы кидаете, мистер? Это синтетика. Синтетика? О, господи! Какая же досада! К сожалению, мы пойдем во вторую лабораторию, чтобы убедиться в этом на все 100%. Он пошел в украинскую лабораторию Атава, и там произошел вот такой случай. Ох, блин. Ух, устал я вообще долго до вас добираться. Фух, это ведь лаборатория Атава в Украине, я правильно понял? О, прекрасно, вот, короче, у меня есть волосы Йети. Скажите, это правда или нет? Блин, зачем вы кидаете, мистер? Да ну, чё, правда? Это настоящий волос А хотя, слышишься? Чего? Этот волос с мошонки горного козла? Говно, ты мне подсунул. Да с каких яиц? Да валим отсюда, пока нас не кокнули. Ну, конечно, не с мошонки козла. Это я придумал для прикола, как бы. Хотя, хрен его знает. Я просто иногда люблю шутить. Но кроме меня, конечно, любят шутить американбои. Точнее, двое подростков, которые сделали поддельное видео в 1967 году. То есть один снимал второго на камеру, а тот второй был в костюме, знаете кого? Гориллы. И это видео завирусилось, и оно было признано самым большим доказательством того, что чудовище существует. Но бум! И родственники обломали всех, сказали-то, что это фейк. Но люди не отчаялись, ведь у них есть изображения со сквотча на разных там стаканах, стенах, тарелках по всему миру. Там в Риме, Армении, Древней Греции. Наверное. Но это не точно. Как говорят люди, для существования какого-либо вида нужно минимум 100 особей. А 100 особей под 5 метров не заметить, наверное, невозможно. А на этом мой текст закончился, так что всем... Goodbye, motherfucker. Ту-т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 у